Всем привет! Соло Мистик Хард Мод. Мы вернулись. Здесь, кстати, я пробежался немного. Здесь был обломок стены Грансорена, если кто-то их ищет. Вот он. То здесь где-то вот на крыше он валялся. Не знаю, можно ли вот на ту крышу перепрыгнуть. Такое чувство, что нет, что она слишком покатая. Ну, попробовать можно. А чё у меня? Я же... О, перепрыгнул. Смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Перепрыгнул. Сюда нельзя. Сюда можно. Я удивляюсь, что на этих крышах пешки тусуются. О, еще одна. Ну, видимо, какой-то квест есть на эти обломки. Так, уже интересно. Это уже интересно. Вау! Я так далеко, по-моему, еще не забирался. Мне кажется, уже дальше нельзя. Да, все. С нее скатываешься. С нее скатываешься. Фух! Прикол, блин. Так. Ну, чего, нам надо падающую звезду дальше закалять, поэтому погнали, погнали на остров. Сейчас только скину это дело. Хотя не, на острове и скинем. Придется, наверное, призывать проклятого дракона в одном из коридоров каких-нибудь. Надо взять все, здесь еще. Что возьмем, что взять-то? Панацея. Ну такие мощные хилки, хотя бы что взять, хотя бы штучки 3. На всякий случай взрыв флакон. Наверное, все. Так, куда мы пойдем? Куда мы пойдем? Куда мы пойдем? Нужен проклятый дракон, по сути. Поэтому, наверное, пойдем сюда. И там внизу он и появится. Да. Еще
Еще нам нужны жирные зомби, они тоже будут, наверное, по пути тут как раз где-нибудь точно. Где-нибудь точно появятся по пути. Хотя здесь я, по-моему, уже всех, кого можно было, я уже, по-моему, завалил. Ну да, здесь чистенько. Чистенько, хорошо здесь. Возможно, бык обновился, которого в прошлый раз не было. Сейчас проверим. А, я вспомнил, что хотел взять. Я хотел тряпки взять с собой. Да, тряпки я не взял. Ну ладно. Бычок, соломенный бачок. Нету его. Ну, зато огр может появиться. Тоже нету. Так, здесь все забрано. Все, идем тогда вниз. Обновим все это безобразие. Там все равно расслабиться не дадут. Хотя, блин, надо было падающую звезду брать, а я что-то с догмой хожу. Да ёлки! Жалость. Так, где он костюм? Да ё-моё, ничего себе! Так, где еще один колдун? Не знаю, куда он делся, в общем, но, видимо, он либо упал, либо еще что-нибудь с ним стало. А, нет, вот он. Туточки, туточки.
Лови, друг. Ну, нормально такой смело. Посмотрим, что от этого будет. Ерунда. Не докинул. Спокойно. Так. Я думаю, можно его призывать. Правда, не всегда прям на это место приходит. Ну что теперь? Что теперь? И сразу взлетела, а? Вот ты бессовестный какой, а? Просто бессовестно. Я там для него, понимаешь, все приготовил, все по высшему разряду сделал, а вон что вытворяет, а? Это ж надо так, блин. Сейчас зачарование пропадет. А нет, не пропало. Давай, давай, пониже, пониже, пониже. Вот так высоко-то. Да ёлки! Так.
Эх, не успел. Ого! Вот это опасная ситуация. Вот он, вот он. Вот это опасная ситуация. Эй, елки, щит не поставил. Как говорится, остерегайтесь ваншота. Так, здесь надо эту штучку. Да елки-палки. Слабый, он слабый. На магии слабо действует. Да ты достал. Зараза, а? Опять схватил. Ну я вечно попадаюсь на эту фигню, блин. Это мое любимое занятие. Слушай, хорошее место. Если его отсюда не выпускать, хотя он сам отсюда выйдет, вряд ли он будет меня спрашивать. Да ёлки-палки. Нет, 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 нет! Спустись ты пониже, блин. Ну или так. Так. Я уверен, что сейчас дамаг будет больше. Да ёлки. Ну давай, 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 не надо валяться тут долго. Да, не, вроде такой же. Вроде такой же дома. Ну, окей. Опять взлетает.
Слишком высоко, слишком высоко. Ну давай спустись, блин. Это еще что такое? Ай, елки, пропало. Зачарование-то пропало. Да ё-моё, все время меня отпихивает во время падения. Ужасно, просто ужасно. Ну давай! Опять схватил. Опять схватил. Так надо делать-то, вот так. Да ё-моё, что делаю? Ой-ой-ой! Да я прям в ладошки, ну куда? Вали. Ой, это плохо, это опасно. Yeah.
фонарем. Да, конечно, зрелище увлекательнейшее. Зрелище просто шикарное. Наложить-то успел, вроде успел. Да ё-моё! Ой, он как захватывает, а? Ты достал. Под конец обязательно нужно взлететь. Без этого никак. Не получилось. Так, у меня уже грибы кончились. Эх, не попал. Что ж ты, зараза, с первого раза ты не падаешь?
Вау, он и со второго не падает. Давай, закали мне булаву. Отлично. Отлично. Так, теперь идем за... Вообще хорошо бы тут все обыскать. Ну чё ты разорался? Ты чё ты разорался? Что, здесь только пауки, что ли? Крушитель мага мне нравится больше, но с другой стороны, это тоже хорошее оружие. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Да, к середине, точнее уже к этому моменту, скелеты, конечно, становятся совсем жалким зрелищем. Не хватает какой-то усиленной формы. В принципе, есть, конечно, гигантские. И есть лорды, которые вообще на острове очень редко появляются. Лорды-скелеты. Я вообще не знаю, есть ли они на острове. Skeleton Lords, I think there is not on BBI Island. I don't remember. But I think they only in Grancis. They? Так, ну и здесь тоже должны быть сундучки, сундучки, сундучки. В этом фильме я играю царя. Так, все, кажется. Идем дальше. Нужно протухшее мясо. Да, чтобы этот щитец был посильнее. И как раз здесь оно и водится. Сейчас мы немножко его дополнительно поджарим. Поджарим. Немножко. Так оно повкуснее будет. Приправим блювотинкой. Парнишка, который уже пол парохода заблевал.
Ах ты гад, я так и знал, сейчас начнет валяться и бить меня. Так, 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 так. Да что ты? И все? Печально. А ты зачем-то понял? Ой, ё-моё! Это нужно было предупредить, конечно. Вот она, ядовитая плоть мертвеца. Все, попалась, отлично. Отлично. Да. Стоят? Стоят, ребятки. Стоят. Значит, будет бой. Да куда ты целишься? Зараза такая, а? Да, и эти ребята уже не угроза. Уже не угроза. Так. Там, по-моему, я его открывал. Да, открытый. Открытый, открытый. Может быть, они будут угрозой, когда их будет побольше. Не знаю. Да, гортань. Мне нужны волосы баньши еще будут. Добьет. Тут ты смотри, а, она и по вертикали, и по горизонтали бьет. Так, отцепись, отцепись, отцепись! Нет.
парирование может отбить, а вот... Это еще один. Да нет, здесь уже никого. Ништяки обновились. Не знаю по поводу брони. Проверять не хочется. Уже. Ну, отлично. Такой кружочек мы проделали. Неплохой, я бы сказал. Так, призрачный кристалл. Теперь нужен призрачный кристалл. Кристалл один есть. Ну, хорошо. А потом я даже не знаю, типа, что, да? Это жестко. Нездоровый кусок плоти. Мне нужен еще один. Понуждает черной кошки мне идти, видимо. Так, иду снимать. Сколько у меня? Два. Ну, в принципе... В принципе. Герой сирены. Что нам надо, получается? Кожа гигантского ящера. Одна. И вовсе матери нужен один. Нездоровый кусок. Да, тоже и вовсе матери нужен. Тут уже интересно. Ну, пешки, в принципе, дропают их. Если мы пойдем дальше, там все это будет. И нездоровый кусок плоти. Только вот призрачный кристалл, я не знаю, как убить. Из кого? Панацея. Панацея у нас все меньше. Сколько у меня уже кристаллов призыва? Где-то в недрах постдаймона плачет некромант. Точнее, этот как он. Священник. Да, куда мне столько? Колец. Пойдемте дальше. Доберем идолы, доберем плоть нездоровую. И тогда уже пойдем в этот котел. Так, колечко, колечко, кольцо. Давно это было, давно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, что это вытворять-то с дома? Не достал.
Если бы с них призрачный кристалл падал, конечно, было бы хорошо. Чё-то ничего не падает. Ты ко мне, Васенька, ручки ты потянул. Да ёлки. Сердце зла. Сердце зла, кстати, тоже надо. Возможно, для маски, этой второй маски. Мэнитер, возможно. Я, кстати, делал обзор на Мэнитера. Я забыл упомянуть. Я вообще этого не знал, что, во-первых, он плюет. И плюет он окаменением очень часто. То есть он реально может убить не только кольцом, но и окаменением. Страшная вещь, честно говоря. Так, с некоторых пор предпочитаю ходить здесь. Потому что здесь вот этот замечательный парень. Фу, простите, пожалуйста. И здесь броня второго уровня лежит обычно. Довольно часто попадается, без каких-либо проблем. Тут змеюки, а вот змеюки. Ну, это тоже хорошо. Потому что я уже сколько раз забирал эту броню, что, в принципе... Ой, хорошая штука. Долго действует. Попробовал я все-таки зелье полета грез. Мне понравилось. Замечательная вещь. Что это ты удумал, друг? Все, успокоились. Успокоились. Ух ты, кристалл разлома лежит. Собрались, собрались. Ребята готовятся к встрече. О, нет, 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 нет. Хорошая встреча, слушай.
Четко. Четко вообще, четко. Команда, просто команда. Вали. Ты смотри, а? Все-таки прибежал. Дай мне свет-то зажечь. Имей терпение. Спасибо. За масочку преследователя спасибо. Так. Ну что? С этим парнем мы разобрались. Есть ли тут что-то нас интересующее? Я перепутал, оказывается. Пешки-то не поблизости. До них еще пилить и пилить. Да отвалите вы! Дайте с вашим этим. Разобраться. Что он там готовит-то? А-а-а. Ну это да, это надолго. Один-один.
Где он? Вот он. Куда он спускается-то? Что ты удумал, дурачок? Зомбаков, что ли, опять поднимает? Хорош. Но бессмертие с ним довольно просто справиться, когда она не вмешивается в разговор. Я уж не стал оружие там менять на какое-то другое. Так, ну и здесь нас интересуют пешки, собственно. Так, а сколько? А. Пешки, пешки. Фигово, что они уже отсюда засекают и начинают кастовать всякую дичь. Сейчас не засекли. Против них, наверное, лучше глубинное страдание. Да ну нафиг, ну каждый раз, блин. Как только придешь сюда за нужным ингредиентом, появляется эта мразота. Раздери ее. Дайте мне сюда это. Где еще один? Я тебе дам. Эта дрянь тут летает. Ой-ой-ой. Ooh.
елки скинули. Ой, как вы достали. Отвалить. Ну, придется опять туда бежать, чё. Здорово, мужики. Как у вас тут дела? О, пришел, смотри. Не то чтобы он мне тут сильно нужен. Ой! Мощно. Что, так и будешь ходить? Дропнул что-нибудь? Нет. И это ничего не дроп. Хватит крыситься на меня тут. Блин, магия кончилась. Бери морду. Куда делась-то? Опять ускакала природа. Так, вторая где? Носится. Oh,
Третий, что ли, есть? Неужели три? Ну да, в прошлый раз их три было. В прошлый раз-то их было три. Не знаю, может наверху там тусуются. Да, вон жрет что-то. Ух ты! Хорош! Хорош, хорош. Что, панацея кончилась? Да ладно, я все потратил. Плохо, это плохо. Это очень плохо. Блин, да ладно. Ну. Блин, тогда я не знаю, я, наверное, ускорю этот эпизод. Потому что смотреть на эту темноту... Да иди сюда-то, что-то я не знаю, слышь-то. Ну? Упала.
Уходим! Уходим, уходим, уходим! Фуф! Жестко. Очень жестко. Так, 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 ключи есть. Да, есть один ключик. Отлично. Это очень-очень хорошо. Единственное, чего мне не хватает, это здоровье. Но это мелочи. Ёлки, вот это мелочи. Вот это мелочи. Вот это, блин, мелочи сейчас были. Да. Я так и знал, что попадусь на это. Ну, окей. Я надеюсь, что мы справимся. Button mashing! Тихо. Если я успею наложить глубинное страдание, мы победили. Ой, оно слабенькое у меня. А, все, ушел, скотина. Мразота такое, блин. Так, там лютует у нас товарищ один. Яд, зараза, мощный у них.
Так. Отлично. Все. Пошел прогуляться. Нынче в башню не всякого отправляют. Нынче у нас быстро. Узел на ух. И пошел прогуляться. Сейчас немножко идолу всей матери пофармим. Жизни, правда, мало, но на то, ну, оно и сохранение, как говорится. Так, где? Не вижу. Ничего не вижу! Подсветим. Да чё одни кровавые амулеты-то? Бутыль с ядом. Нафига у него бутыль с ядом в машине? Чё, никого больше нет? Капли избавления, броня с острова 2, бальзам. Да ладно, здесь еще кто-нибудь должен быть. Ну а здесь фонарь пустой, бутыль с маслом. Во! Фу-фу, да будет свет. Так, там пешек нету. Хотя, почему нету? В проклятом городе должно быть полно сейчас пешек. Туда идти. Блин, затянется серия, пипец. Здесь не осталось никого. Да не, они бы орали, я бы сразу понял, что кого-то забыл. Там еще поди проходим монстр какой-нибудь. Ой, вот и бежишь. Спешу я, спешу. Площадка безжалостности. Так, ну ладно. Этим парнем еще можно заняться? Блин. Думал, там дерево обычно. Тут ничего, оказывается, нет. Ой, какая долгая серия получается. Можно грибочек взять? Спасибо.
такой звон, как будто стекло разломалось. Так, чем-нибудь. О, отлично. Отлично. Супер. На время увеличивает защиту. Нормально. Ай, ёлки, все время не успевают этот удар предугадать. Сейчас проверим, что можно делать с тобой, дружочек. Как тебя свет будет фигачить? Ой-ой-ой. Ну, не очень, я бы сказал. А чё это у меня? Так, надо оружие менять на более магическое. Блин, да нифига себе удары. Ой, нет! Сейчас конец придет таким макаром. Есть чем подхилиться-то? Эй, ёлки! Получил все-таки по щам. Фу, хорошо, хоть камень есть. Разлетелся. Доигрался. Мы все ближе и ближе к нашим пешкам. Они уже вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот здесь. Да, вон стоят, весь город, блин. Заполонили. Я не знаю, подразделяются ли они дропом, то есть
Всегда ли с них одно и то же падает, или в зависимости от класса? Два кровавых амулета. Опять два кровавых амулета. Я уже начинаю думать, что с этих ребят падают только кровавые амулеты. Блин, лучников надо бояться. С магов, что ли, падает? Ну да, похоже, с магов только падает. А маги все на крышах стоят. Ну да, одни кровавые амулеты, блин, уже засыпали. А маги у нас стоят на крышах. Плохо. Придется на крыше лезть. Вот он. Я больше не дрогну. Чё ж ты дрогнул-то, друг? Блин! Да вас тут не хватало еще. А вот, кстати, еще один маг. Вали! Блин, опять кровавый амулет. Да вы что, издеваетесь, что ли? Так, это уже жестко становится. Слышь, ты там не обожрался крови-то, друг? Ну чё, нормально? Эй, ёлки-палки. Да ну вас в одно место, блин. О, уже сюда прилетел. Мразь такая. Блин, это жестко, ребята, жестко слишком. Так, одному конец. Второму вроде тоже конец. Ну поднимай, ёлки-палки. А где камни-то кровавые? Отлично. Зашибись. Выпили у меня столько крови и ни одного камня. Замечательно. Фу, ни одного идола этого придурочного.
Одни кровавые амулеты повсюду. Где лучник? Ёлки-палки. Я могу сохраниться здесь. Так, тихо! Тихо. Может, камушек? Да. Ну чё, вам жалко, что ли? Да ёлки. Как к нему попасть туда? Наверное, никак. Что происходит, а? Что происходит? Блин, ну почему так редко они дропают этот свой камень? Где он там? Хочу забрать то, что мне причитается. Блин, ребята. В чем дело-то? Вот это да. Хорош. Да где ты? А, все вижу. Ну все, держись. Все. Ладно. Окей. Вы меня уговорили свалить отсюда. Не, ну как так-то, ёлки-палки. Почему не дропается этот, блин, дурацкий идол? Блин, нашпиговал меня, гад. Ну, есть. Так, туда как проникнуть? Так, отлично.
ничего не дропнул. Конечно, блин. Заплесневелую тыкву бери. Даром. О, тетушка! Привет. Ладно. Всем пока. До новых встреч, друзья, как говорится. Ну, это был. Чё? Ничего себе! Я такой первый раз вижу. It's a note about time you made duplicate. It's Black Cat will be made duplicate faster. Электростат, ну это минимум. Вау. Еще два таких кольца. Ну куда мне два таких кольца? Ну это, слушайте, это очень круто. Учитывая, что мне нужно делать дубликаты. Это очень круто. А что, я броню-то не очистил? Забрать. Глаз гарма. Где этот дубликат-то? Ух, блин! Это очень хорошо. Это прям замечательно. Божественные объятия. О, мантия монарха. А, она у меня же есть. 23 штук. Нифига себе. Да ладно. Ладно, очень хорошо. Вперед. Трансформ. Ну, посмотрим, насколько чего, как. В общем, я вырежу этот момент в городе. Попробовал я сделать дубликат быстрый. Ничего не получилось. Не знаю, почему. Я спал с вечера до утра. Пока что я не знаю, как это работает. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующем эпизоде. Надеюсь, он будет покороче. See you in the next episode. Bye.